Все. Алло, Тёма. А. Бля, короткого вообще нет. Пиздец. Только наши. Ещё еще идут. Давай будут эти приезжать, Минобас. У них тоже поспрашивают наши. Угу, я понял. Ну, буду ждать звонка. Ну, у меня 2 дня есть, понял. Ну, сегодняшним 3 получается. А ты свой проебал, что ли? Да, ну, проебал. Спиздились у меня, что я тебе рассказывал. В Чехии приехали помолиться, впусти, братан. Мы с военной разведки впустил, короче, блядь. Он пока молился, ПМ подрезал, нахуй. Хуя себе. Прыгнули в тачку еще, да, и уволокли пацана под ствол, понял. Сдернули и съебались. Хуя себе. Да, меня вот не тревожили, понял, все это время, блядь, начальство не дергало. Потом, короче, на неделю на окопы меня отправили, понял, короче, думаю, ну, блядь. Хоть так, думаю, вот я сейчас копаю, что, может, не на связи был. Вот, они тут линии обороны, блядь, строят, нахуй, блядь, в поселках во всяких, блядь. Вот, и, короче, а это сегодня мне сказали, что сегодня ты, братан, докапываешь, говорит, блядь, сдаешь автомат, тебе дают, короче, ну, это мне там хороший человек по секрету сказал, говорит, сдаешь автомат, говорит, ебать, тебе дают машину, и тебя, говорит, 2 дня найти ПМ, нахуй, нет, тебя, говорит, завалят, нахуй, и спишут, что, блядь, попал, блядь, разведкой боя, блядь, на укропов, и тебе укропы застрелить. Да. И, суки, забрали у меня эту неделю ебаную на окоп. Это что вы не могли мне сказать? Это неделя. Ищи, блядь, хоть время было больше.